Куда нужно жаловаться? Вот кому? Ну, я не знаю, мэр, губернатор, кто еще может на них повлиять? Кроме мэра и губернатора, на них никто не повлияет. Ну, у нас не управляющий, но туда же и звоню в свое ЖЭО, что называется. Скоро на работу управляющих компаний, в том числе различных ЖРЭО, можно будет официально пожаловаться в специальную структуру. Более того, за ненадлежащее выполнение своих обязанностей фирма может вылететь с рынка услуг ЖКХ. Нововведение предусматривает федеральный закон, который сегодня проходит второе чтение в Госдуме. Саморегулируемая организация или СРО и будет тем самым контролирующим органом. Вступить в него обяжут все управляющие компании. В Орле их больше 40. Для обсуждения нововведения городские чиновники собрали всех представителей рынка в здании мэрии. Только членство в СРО даст возможность управляющей компании работать на этом рынке для оказания соответствующих услуг. Если качество оказанных услуг неудовлетворительно, и жители на общем собрании говорят о том, что капитальный ремонт проделан некачественно, что услуги оказаны некачественно, то ответит за это, в том числе и СРО. Как оказалось, почти все представители орловских обкомов совсем не против вступить в СРО. Выгода очевидна. Новая структура отметет организации однодневки, которые часто оттягивают на себя клиентов. Фирмы, которые не пройдут этого, естественно, они не будут с рынка ЖКХ. Тем самым как бы останутся качественные, хорошие управляющие компании. Для чиновников плюсы тоже очевидны. Сегодня со всеми жалобами на коммунальщиков горожане идут к ним. А реальных рычагов воздействия на недобросовестные компании у мэрии нет. Так что теперь в горадминистрации ждут с нетерпением вступления в силу федерального закона о саморегулировании. Предположительно, это наступит весной 2013 года.